Пожалуй, это самый счастливый день в их жизни. Изгнанные с родной земли физулинцы возвращаются домой. Уже сегодня первые 23 семьи навсегда забудут о статусе вынужденных переселенцев и вернутся в родной Физули. Последний раз я был в Физули, когда мне было 11 лет. Сегодня я вместе с семьей наконец возвращаюсь туда. В Физули уже построили школу. Мои дети будут получать образование там. Я покинула Физули во время ходжалинских событий в 1992 году. Я оставила все, что у меня было. Не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Как рассказать о более чем 30-летней тоске по Физули? Очень счастлива, что вновь возвращаюсь в родной город. Мы больше никогда не покинем Физули. Если кто-то снова посягнет на нашу землю, то я готова взяться за оружие и сражаться. Да упокоит Аллах души наших героев, защищавших и освободивших Карабах. На предварительном этапе в Физули возвращаются 90 человек. Распределение домов, в которых будут жить физулинцы, осуществлялось путем жеребьевки. Главное здесь – полное соблюдение принципов прозрачности и справедливости. В жеребьевке, которая прошла 5 августа, приняли участие 144 семьи. В соответствии с составом семьи, 51 из них получил двухкомнатные, 76 – трехкомнатные, 17 – четырехкомнатные квартиры. Сегодня я переезжаю в Физули. Не могу передать свои чувства. Я еду там вместе с братом. Мы будем жить в одном доме. На следующем этапе Физули переедет моя мама, и мы начнем там совершенно новую жизнь. Всего в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы на постоянное жительство было переселено около 400 семей, то есть около 2000 человек. До конца 2023 года на освобожденных территориях планируется расселить около 10 тысяч человек. Сегодня мы уже отправляем первые семьи в родной Физули, самый большой район и один из древнейших, очаровательных уголков Карабаха. Сердечно поздравляю с этим событием всех жителей Физули, карабахцев, бывших вынужденных переселенцев, наш народ. Отправка осуществляется в соответствии с утвержденной главой государства первой государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджана. Физулинский район был оккупирован Арменией 23 августа 1993 года. Все дома, инфраструктурные объекты, исторические, культурные и другие памятники, находившиеся на территории района, были уничтожены армянскими агрессорами. 17 октября 2020 года в результате контрнаступательных действий азербайджанской армии город Физули был освобожден от оккупации. Когда-то представлявший собой руины, Физули сегодня интенсивно восстанавливается. Здесь уже функционирует первый международный аэропорт в Карабахе, построенный за рекордные сроки – всего за 8 месяцев. Воздушная гавань стала первым важным инфраструктурным объектом на освобожденных территориях, которая уже успела принять сотни иностранных гостей. С возвращением уже бывших вынужденных переселенцев жизнь в Физули заиграет новыми красками. Жаля Гусейнова, Фарид Лачинов, CBC.